Погода мешала футболистам проявить себя на поле. Да и зрителей на стадионе имени Петра Таяна собралось очень мало. К тому же матч начался в 17 часов. Многие болельщики в этот момент работали. Игра выдалась упорной, но очень небогатой на голевые моменты. Акжаик мог отличиться, но в одном случае удар отразила перекладина, в другом мяч прошел мимо ворот. Но гости оказались более удачливыми. В конце второго тайма Джаба Канкава убойным ударом завершил многоходовую комбинацию. Отыграться Акжаику не хватило ни времени, ни сил. 1-0 победа Табола, который борется за бронзовые медали. Очень важная игра у нас сегодня была, смотря на ситуацию в таблице, а тоже на то, что мы две последние игры дома, но не успели победить, можно сказать, потеряли много очек. Тогда, если у нас такой цель, чтобы сохранить это третье место до конца чемпионата, тогда, когда теряешь очка дома в двух играх подряд, очень важна каждая следующая игра, в том деле на выезде. Тогда, очень важная очка. Главному тренеру Акжаика вновь пришлось искать оправдание для отрицательного результата. После выигрышного матча на выезде против Кайрата два обидных поражения – Астане и Таболу. Ребятам большое спасибо за игру. Допустить две ошибки, проиграть игру как-то не заслужен. Сегодня мы точно не наиграли на поражение. Да, есть моменты, нужно делать выводы, двигаться дальше, ничего другого не остается. Еще раз говорю, такие игры нужно, тем более дома, забирать очки и спокойно готовиться к следующей игре. Ну, случилось то, что случилось. Еще раз говорю, выводы сделаем. До следующей игры осталось мало времени, поэтому, я думаю, психологически все равно нужно выходить с этого состояния. Две игры мы проиграли дома, то, что мы абсолютно не планировали, но есть на то причины. После этой игры Акжаик идет на восьмом месте в турнирной таблице. 30 сентября уральцы сыграют в гостях с Шахтером, который борется за сохранение места в премьер-лиге. Роман Капняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.